Военнослужащие десантно-штурмового батальона на штатной технике и бронетранспортерах БТР-80 отрабатывают погрузку и выгрузку бронетехники на борт десантного корабля, высадку морского десанта способами на плав и на упор. До начала тренировок механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения, изучили и отработали тактические действия экипажей бронетранспортеров в составе подразделений на воде. Морская десантная подготовка – один из основных видов боевой подготовки соединений сухопутных и береговых войск Северного флота. Он позволяет подготовить личный состав к десантированию техники на неподготовленное побережье, в том числе островов Северного Ледовитого океана.